Православные астраханцы встретили Рождество Христово. В ночь 6 на 7 января в астраханских храмах прошли праздничные богослужения. Только в Покровском кафедральном соборе областного центра собрались более 500 прихожан. Чтобы встретить светлый праздник Рождества Христова, многие пришли с семьями и с детьми. Они отстояли ночную службу. Рождество – это как рождение новой жизни, если рассматривать само слово. И не знаю, это очень важный праздник для меня. Я почти каждый год прихожу в церковь, на службу. И, не знаю, для меня это какое-то воодушевление. Ожидание чуда. Это прежде всего, ну вот ожидание новой, ну чего-то нового, свершения каких-то надежд. Это всегда какой-то трепет внутри. В кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы рождественскую литургию возглавил митрополит астраханский и камызякский Никон. Храм богато украшен еловыми ветвями. У входа в собор устроили вертеп. Это сцена из Библии, повествующая о рождении Христа. После службы к представителям духовенства и верующим обратился губернатор Игорь Бабушкин. Уважаемые священнослужители Астраханской митрополии, дорогие братья и сестры, решите поздравить вас с этим замечательным праздником, со светлым Рождеством Христовым. О благовестии ангела, о рождении Божьего Сына на земле, вместе с тем и является благовестием радости человеческой, той самой радости, которая делает нашу жизнь прекрасной. В этот светлый день разрешите мне поздравить вас с этим праздником и пожелать здоровья, добра и мира в наших душах, в наших семьях и в нашей жизни. В период рождественских праздников безопасность в городе обеспечивают в общей сложности 550 сотрудников полиции, Росгвардии, казаков, народных дружинников и представителей частных охранных предприятий.